Так, ну что, ребят, давайте попробуем сделать челленджи 15к. Для, там понапикали 15к без покупок. Ну, тупо стартовые возьмем что-то, типа сапог. Сапог возьмем. Плюс, во, хорошо. Сапог там будет. Топор, щиток. И нужно нафармить 15к. После 15к... После 15к можно будет спокойно купить, что хотим. 25-30 минута, если не дофармим, то после 25-30 покупаем. Все, давайте попробуем. Кен, будет ли катки со стримерами? В 1v1 я ж не играю. Какой смысл? Я бомж один на один. Если я 5 на 5 даже выиграть не могу, то о чем? Так. Есть Затар. Есть. Клерстат сделал, конечно. Если я топ-10 веду, подари мою спонсорку на июль монтажник. Честно, не очень хочу никому дарить ничего. Инал, просто горький опыт, сам знаешь. Пусть ребята своей задницей, своей кровью и потом добиваются того, чего добивается ты. Чего добивался ты и чего добился ты. В другом смысле, ну как бы, я не вижу смысла давать как-то. Пока пацаны сами это не добьют, то есть это понимаешь, что все равно, что ездить на каршеринге. Ой, не мое, да и пофиг, возьму, что хочу, сделаю. Разбил, забил, убежал, все. Так не делается. Я подумал, что это вот когда вот этим добром, я говорю, ну типа, можно передать, да, спонсорку, чтобы парень играл каждый вечер. Этим добром мы порождаем зло. Вон, парень просто взял, что сделал, ему по кайфу было. Ну и все, и лишился спонсорки, и тебя подвел, и сам подвел, и потом извинялся. То есть я не хочу, чтобы так было. Поэтому давай, ну, наверное, не будем так делать. Я передумал эту фигню делать, потому что если так передаешь, жалко, конечно. Го. Кускар, выйди. Стоит АФК, опять дрочит, походу, да? Но я не возьму тут монету. Спасибо за подписку. Спасибо, брат. Не вижу. О, взял, хорошо. Погнали, погнали, погнали. Еще его накажем. Ну пойдет, что поделать. Куру. Сейчас бы курочку. Эх. Так, ну стартовые артефакты я взял. И все, в принципе. О, я понял, вот оно значит еще, да? Я умер тут смело. Это хейт контора будет, да, походу? А мне где стоять, он мид говорит. Усларка? Ладно, нафиг я вар туда себе купил. Вниз. Ну, с ВД будем стоять, офигевать. Мое дело предложить хозяин барин. Ну, в смысле хозяин барин? Ну, ты сам подумай, ну, блин, это же зашквар. Челу ты даешь, он твое имя пятнает. Причем так неуважительно. Осуждаю. Так, возвращаемся туда. Внизу будем фармить еще. Выгнали нас с мида. Будем двух моросить тут. Пацанов. Ну это чисто веселая будет игра. Лагает он. Женя, оставь его в покое, пацаны. Тут соул сделаем, наверное. Блин, ну надо, типа, без стартовых затаров, типа, задача. О, касочки пошли. Это смерть, кстати. Го-го-го. Этого пацана тоже. Хорош. Арбош. А, они уже вышли на руну, да, не успеваю. Да, да, да. Блин, ну, круто было бы сделать соул, конечно. Вот, ну, тупо вот стартовый затар какой-то и делать 15к. Не, ну тут, брат, не выживешь уже 100%. Я маледик, да, перекроешь. А, ну так нет. Всё. А, там еще и животное бежит. Так на меня сейчас чардж будет, да? Давай на меня. Оп, хорош. Пойдет.
А чё, парень сказал, все, я мид буду стоять. И я все равно хочу соул сделать. Все, соул и больше ничего не покупаю. Потому что, ну, типа, блин, а как фармить-то? Просто сапог и соул будет. Пусть такой, с таким затаром будем пытаться выфармить. И расходники, типа, само собой. А ничего не покупаю, но это же бреет. А так пойдет уже как баланс какой-то будет. Уже мана будет, как бы, ну, лишний раз не будем париться. А чё вы не добавите? Или вы меня байтите, типа, чтоб я сдох? Да, походу, байтили, да? Ничего страшного, сдохну. А, там животное бежит, роуминг. Все, я понял. Ну, тут смерть 100%. Хорошо. Что-то... А, он арканы взял. Все, окей. Че там у нас на миду Хускары, да? А можно куру, парни? Я, близ, заюзаю. Заюзаю, парни. Сори. Кому там? Вард кому-то летел. Рекуру. Все, фармим просто. Раскачиваем мани. Ля, там столько стаков. Челленджи 300. Да, 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 вряд ли там он по челленджу будет что-то закидывать. Я чисто для контента, можно сказать. Он все равно не закинет за образно тот челлендж. Не закинет там парень. Ну, 100 рублей закинул, ладно, думаю. Почему нет, интересно же будет. Задушили такие вот там толпой. Ля, вот как не добил. Не добил, плохо. Да пофиг на эти ранние смерти. Это алхимик, он выфармливает все равно. Он перефармливает, выфармливает. Хоть он будет 0.10, но к 30 минуте все равно при правильном фарме 6 лотов сделаешь. В до... Чего-то не катал в доту, не... Года 2, смотрю, новые арты добавили, иконки Star Heart обновили. Не все. Не все. Не все и не все так. Тут прям под бары меня могут прям так захейтить на самом деле. Да, я так и понял. Оп, хорош. Под бары могут захейтить нормально. Челлендж за сотку без гарантии. Да, я чисто на контент. Пофиг. Я ни одного крипа не могу добить. Какой тут челлендж? 24 крипа. Ну, лайн, если честно, у меня напряжены. Знаете почему? Потому что я, типа, я парюсь. Животное побежит, этот выбегает. Ну, вот, типа, вот, вот такой вот постоянно. Типа, я хз. Я не могу спокойно стоять на линии. Если бы я стоял на миду, я думаю, я бы спокойнее стоял. Мог я уже, у меня бы уже 7-8 левел был, я думаю. Спокойно. А тут я вынужден напрягаться, стою против ВД и Легиона. Очень тяжело. Хорош. Души, души, души его, нельзя, чтобы он убежал. Хорош. Красавчик. Протаймили нормально. Так, ну 2000 есть. Сейчас 7-8 левел, на 8 левеле пойдем в лес. Монетку. Сейчас можно еще вот тут схитрить выйти. Выйдем схитрим. Так вот схитрим, да? Идет. Двадцатка золотых. А если сделаешь, что он закинет сколько? Не знаю, рублей 200 кинет. Да вряд ли кинет. Сегодня первый раз Dota 2 играл. А, на Балнаре у него ульт такой офигенный. Да, знаю, прикольный ульт. Годно сделано. Сделано годно. Слушай, иди в задницу от меня. Просто меня тупо кошмарит. Райт кликает и все, и идет. Он же знает, естественно, что не буду с ним драться. У меня нет армора.
Просто вон вот этот дебилизм вот этот. Это просто дебилизм. Бежит, чисто волосы назад и все. На что рассчитывает? 4 секунды. 2. Хорошо. Не успеваю ударить, прикиньте. Ой, что я нажал? Хорошо, что стал не раскачан. Монету ни одну не возьму. Че там? Все есть, погнали. Жесть там, набеген. Ля, че делает на Хускаре? На Хускаре че делает, парень? Просто какашки помой. Они не любили алхимию. Пятерочка выручает. Хорошо, там проблема будет с Тиником. Хорош. Пойдет. Пойдет ТП-шку. Пойдет. Почти. Опять кто-то идет. А, я понял, вот оно в чем. Да? А хорош толкаться, да? Нифига себе, он толкается. О, как хорошо, что не попал. Видели, как толкается. Жесть, что за суета пошла тут. Прикинь, что делают. На ферму на мою пришли. Зарились, позарились на мою ферму. Но там их слишком много, но это просто жесть. Что за хрень? Позарились на ферму. Всего один эликсир. Чисто такой, знаете, алхимик. Я понял. Понял. Оп. Это аппарата летит. Ща ля меня прям как пытаются захейтить. Ужас. Что это такое? Тупо 5 героев стоит и пытаются захейтить. Но мне еще десятку надо. Половину я отколотил. И можно будет закупаться и драться. Хорошо. Не мешай. Надо быстро это заколочить. Быстро. Там еще есть кемпик, да? Лол, так и покликали, я думал там стаки. А тут сацаки. Тут саки, чисто. Не стаки, а саки какие-то. На руны я не буду выходить, монетку пытаться подбирать. Они контрят их. Я только выйду, сдохну там. Стаки. В кавычках. Будет очень интересно, если оденешься, точнее, когда оденешься. А я бы, типа, уже имел бы минимум дагер. Радик. Армлет. Минимум. Но просто сейчас такая катка, то что мне нельзя, типа, до 15 тысяч покупать артефакты. Нельзя пока что. Типа, 15к надо. Тогда можно будет затары делать.
Долго фармится, так очень долго. То есть это не профитно, ребятки, так делать. Это только игра строго по челленджу. Поэтому никогда так не делайте. Всегда профитно сразу закупиться и пойти делать вещи. А вот это то, что мы сейчас делаем, это полный кал. Держите в курсе. Это чисто для челленджа, пары. Чисто для челленджа. Ля, там четко этот собакен подох. Четко. Так что никогда так не делайте. Я цит раскачал еще. О, next будет еще. Не знаю. И коннектит. Бедолага. Там кини проблема. С прокаста сразу меня унесет. Блин, такая это анимация атаки тяжеленькая на самом деле. Долго персонаж думает. Но парни фидят пока что. Ой, отфидят и дефятся, в принципе. Низ я жду, когда подпушится. Чтоб можно было как-то хотя бы зафармить тпхнуться. Хорошо. Отлично. Главное, в стаке золотишко держим. Тридцаточка. Хорошо. 33, 36 выгоняем из жижи. Кто идет? Апарентус. Возможно, не один. А, это иллюзия. По кайфу тогда. Тогда по кайфу. Так, 10 тысяч есть. 10 тысяч. Базар жёг, да? Смотри, бежит животнич. Хорош. Так как крипа убили его. Он бежит что-то вообще. Волосы назад. Тут бы еще по Т-шке что-нибудь подобивать бы. Хорошо, еще нормально подобивал. Это челлендж, да, это челлендж. До 30-35 минут нельзя ничего покупать. Но там написано было 15к насобираешь, покупай. 15к насобираешь, покупай. Так я куплю, 15к насобираю, куплю. Че, не пойдет никто руну чекать? Может, наконец-таки первую монетку подберу за 16 минут? Мне уже 10 тысяч золота, нормально. Хоста. Ну, побежали на низ, пробежимся. Надеюсь, успею. Здорово, что за челлендж? 15 тысяч золота без закупа. А, все, Тини забрался. Понял. Погнали. А, ТП-шку купим, ТП-шки надо. Я тут стакнул, не стакнул, конечно. Был бы радик, я бы намного быстрее фармил. Парни в меду дерутся, да? Хорошо, тогда на топе сейчас толкнем. На топе толкнем быстренько. Ну, ребята все в меду стоят зачем-то, не понимаю зачем. Хорошо. Хорошо. Делай деньги, делай деньги. Хорошо. Что там, Тини пошел? Животное бежит на меня? Нет, он на топ бежит. Просто. Он не на меня. Меня уже перепугали, что типа убежай оттуда, убежай, говорит.
Души, он сейчас чаржнется. Сгори. Хорош. Дополнительно золото берем. Комиссия, так сказать. Комиссионный. Хорошо. Че, так они потом офигеют. Да это там немного артефактов выйдет, ты че? У меня вот сейчас 12-ка есть. О, монет. А, не, норм. Иду. ДДшка. Насчет разбана рофл, нет. Я разбанил сегодня человек 5-6, кто ливал с игр. Так, 18-я минута. Ну, медленно фармится, медленно прям. О, прям очень медленно. С радиком бы уже больше было. Так, этот пошел фармить. ТПшки жалко, на них нету. А сейчас тут в боковом купим. Сек. Сек. В боковом купим ТП надо очень срочно. Сейчас этих забираем и в боковой магазин. Сразу. Да дайте куру. Магаз, парни. Но деньги внизу стынут. Там очень много крипов. О боже, как это долго. Очень долго. В итоге, что я сюда тпхнулся? ТПшку отбить просто. Ой, господи, да. ТПшку просто тпхнулся отбить. Экспу. Получите все. Тяжело добивать, жесть. Тяжеленно. Так, 13 тысяч, 20-е. Очень медленно. Жесть. Погнали. Что за челлендж? 15к золота на стартовых артефактах. Вот что за челлендж. Инвиз. Там в инвизе кто-то. Сейчас виспа, наверное, грохнет. А, вон животное. А, он меня хейтит. Смотрите, что делает. А че отцепился, брат? Лего в меня будет прыгать, да? Но меня тупо вот сразу вот не видят других героев, да? Видел, что делает? Может виспа убить? Нет, ну да, химика или... Я понял. Они сейчас стаки фармить будут. Жесть, там суета. У них прям глаза, вот они вот так вот прям бегут. Химика убит. И бегут прямо в меня. Этот точно вот. Не, я сейчас легиона логику не понял. Видели лего такой? Жесть, Одессом. Ужас как пробивает. Давай тогда сразу 20к. Какие 20к? Ты о чем? Мы сейчас все стаки вот отдали. Я сейчас я добью 3000. Боже. Все заберу, да? Ну нафиг, я не пойду туда даже. Пойду туда дальше. Все забрали там. Сейчас еще 3000 добиваем и ГГ. В принципе, недолго тут осталось. 2000, да? О, нифига себе. Надо уходить. Лайк и босс челлендж, ну типа да. Что там, на меня бежит? Он вниз бежит на алхимика. Деритесь вы, блин, там за свое богатство, алло. Вы очнитесь, чуваки. А можно монетку? Ой-ой-ой, ну чуть ближе к своей сокровищнице. Да? Чуть-чуть ближе. ТПшечек нету, жалко. Да, обидно выглядит, но что сделать? Что вы хотите сделать там? Ничего вы не сделаете уже. 1к и работаем. Оденемся, наказывать начнем. Даже меньше 1000 осталось. Сейчас на топ побегут они, да, по идее? И по одному крипчику оставили. Понимаю. Иди отсюда. Донатеры садисты, надо ж так мучить. Ну, есть такое.
Надо сбить ему даггер. Все, даггер я сбил, он не прыгнет уже. Хорошо. Семьсот золота. Чего? Ну я умер. Три. На тройке держи меня. Может быть, смягчит. 1080. Все. Хорош. На тройке выжил по-любому. Что легион будет тотально унижен. Ну вот 700 золота надо. Вот сюда. Блин, он так долго замахивается, это жесть. 300 золота и все, и закуп делаем. 23 тысячи... 23 минута, вообще 15 золота, это очень мало. Там маленький слабенький факт. 300 золота добиваем. И хорошо. Все, 15к. Есть. Все, есть. Я не Димон, если что, держи в курсе. Не на тот стрим зашел. Димон. Получился кривой недофарм. Кривой недофарм получился. Чпоньк. Хорошо. Радик, Soul Booster. Вот это в помойку сразу, это сюда. Получился... Ну, короче, сейчас сделаем выводы. Артефакты получились... Обычно к 25-й собираешь фул 6 слотов, а тут получается минус 1 слот. То есть это в теории невыгодно максимально. Все, ну выполнили эту тему. Выполнили. Чувак, бестой. Найс, откидываешь. Опа, первый фражочек с Роден сюда. Хорошо. Ты что, его убивать собрался? А что если алхимик поможет? Ну, делаем вид, что мы не пойдем за ним, но на самом деле пойдем. Правда, сейчас может... Хорош. Трипл килл на вставочку начинаем, да? Отлично. Ты где? В лотар зашел? Хорош. Есть. Фига себе там, пацан. Душает. Какая озвучка? Ты о чем? Доброй ночи. Гейм начинается прямо сейчас, да. Let's go! И начинаем душить. Хорошо. БКБ надо собирать next. Радик ускоряет фарм в разы, да? В этом-то и есть смысл. В этом-то есть смысл. Животное бежит. На кого бежит, интересно? Почему химику никогда не берут Тараску? Ну, смотря какой билд. Да он же и сам регенится, блин, как черт. А Тараска в бою выключи. Какой смысл? Тараска в бою выключена. Ребята там дерутся, что-то лютая тема. Я понял, на меня накидали.
Пойдет. Ну а почему он не выкинул? Я так и не понял, почему он не выкинул эту склянку. Я два раза нажал. Два раза нажимаю на Тини. Первый раз он мне, видимо, в каст дал что-то. А, каски прилетели первый раз. Второй раз в каст. В каст Тоса. Аганим, интересно. Тут уже поздно на Аганимы. 28 минута, у меня актуальность персонажа теряется максимально сильнее. С каждой минуты у меня герой слабее становится. Тем более против Легиона. С каждой минутой. Это плохо. Я рассчитывал на развороте подраться, не знаю. Господи, как же эти склянки душат. Не дают выйти с этого, с комбат. Не дают. Так, хорошо, Лего, что там Тараску собирает, да? Ну, тяжело будет его пробивать, у меня next BKB должна быть тут. Просто, чтобы Тиника бить как-то, не знаю, чтобы от ульты аппарата не умирать. Печально. Печал Нинбко. Печал Нинбко. Лего будет прыгать в меня, да? А, вот он бежит, герой войны. А, две тычки, жесть. Я сейчас следующий, да, буду? Надо отойти. Хорош. Успел. А что там у тебя еще ульта есть? Ты че? Крысиный патруль, что ли? Да ладно. Печалька. Ладно, его на топ. С бана вытащишь? Ну, уже поздно, уже день закончился, с бана вытаскивать. По-моему. Вроде как бы. Так, это есть. Хорошо. Хорош тут хилить, а. Блин, мне нужно какой-то дамаг собирать. Они... Блин, давайте ва-банк пойдем. Типа ульт-аппарат, если не попадает, все равно как бы пофиг БКБ, а не БКБ. БКБ, не БКБ, пофиг. Издаст ты. Я понял, я сдох. Ой, с дуэльки заберешь? Не забрал. Так. Что купить? Абисса. Блин, скорости атаки нету. Ладно, все равно башер возьмем, чтобы с Легой драться. Писал, видимо, не увидишь. У меня условие такое. Заходишь на канал, в игру, то получаешь разбан. Такая акция. Эта акция только на сегодня действует. Те, кто не успели, уж извините, до свидания. Заказ у мадам. О, Сларк БКБ, это страшно. БКБ. Нормально он его оттолкнул просто и пошел кайфовать дальше. Сларк тоже умрет сейчас. Абиссал сделаем. Абиссал. Абиссал. Манту я не буду делать. Это помойка. На 85-й карте я понял, что манта это все равно помойка. Не столь актуальный артефакт. Аганим, да. У меня прям столько много денег, что я сейчас и аганимы, и манты, и все буду собирать. Уншард бабочка, да, точно. Бабочка против легиона пойдет. А то он не додумается собрать. Еще артефактик под названием МКБХ. Его сюда, здесь зафармим. У меня еще много. Ну тут потная будет, тут потная. Потная на алхимике. Скорость атаки нужна. Ну тут немного чего надо.
Все, в бане как зайдет. На канале увижу, что он сидит в бане. Я его разбаниваю и даю холл. Вот так это происходит. Да хорош, ты меня захейтить пришел, да? Хорош. Ля ты захейтил. Красава. Во. Я не видел таймер, но... Да-да-да. Поулыбаешься, когда я тебе трон ломать буду. Улыбайся, пока есть время. Улыбайся. Запомните вот эти улыбочки. Запомните эти улыбочки от Легиона. Когда они пропадут у него. Когда трон будет падать, они у него пропадут. О, нормально. Уговор дороже денег, ничего не покупая. Ну, нормально. Спасибо, бро. Не ожидал, если честно. Что, что-то закинешь? Так, кстати, на контент давили. Спасибо, бро. Спасибо. Что это за... Как ты, вард вот тут стоит, да? Вард стоит. Но Висп молодец, хорошо засейвил сейчас. Безусловно. Безусловно, молодец. Вы вместе как-то. Знаю. Demon Age вон он купил. Да, будет сейчас делать кнопку еще дополнительно. МКБ, например, называется. Хорош. О, животное, животное убиваем. Лего далеко. Все, это гетбэк. Если не пропрокало нечто. О, ты дальше решил? Там Тинис ДД. Тинис ДД, если что. В меня все каски. Ой, ну Слар заберет, да? Хотя бы. Хорош. Давайте поулыбаемся вместе с Легионом. А че он улыбается, сидит там, скобочки ставит. Тут уже и так все понятно с этой каткой. Хорошо. Так, 5000. Я кирасу сделаю, пацаны. Кирасу сделаем. Армлет, да, армлет уже все, актуальность потерял. Блин, 35-я минута. Кирас Джану сделаем. Джанная, Джанная. Кирас Джанная. Опа. Сильные легионы в студию. Вискет Суск. Самый мерзкий герой обеих команд. Да, там Тини еще этот. Фу, блевать хочется. Тини, Бяка. Так, Кьюриас. Ну, а Тиника буду станется, если честно. У меня слоты пока что говно полнейшее. Пока что говно полнейшее. Забайтишь? Если забайтил, было бы очень хорошо. Он встанет. Протаймишь? Плохо, что не протаймил. Я в БМ буду бить. Надо отойти. Отойти. А мы тут еще и проиграть можем, кстати. Ну, Вадик 6-16, как обычно. Ну, дефицит. Хорош.
Души, души вот этого браконьера. Но я встану, отлетел. Я до сих пор в стане стою. Ужас просто. Видели? Я просто в вечном стане стою. Я ударился, а в его пассив. ИГГ. Убивай его нафиг. Я ударился его пассивку и все, встал. Нафиг. Я, наверное, куплю еще один сакрет. Радик, если что, потом в куру закинем. Пойдет, наверное. Че он такой быстрый на баре? Пойдет. У Леги до 400 там плюс. У меня АЭСа совсем нету. Интересно, есть там варды? Лего меня законтрит, сейчас. Не надо, пожалуйста. А, все, ульта есть, Лего. Ну, дерусь. Под пассивками. За душу вместе. О, легиончик, поулыбайся. Можно уже улыбаться, друг мой. Давай, легиончик, улыбаться. Пускар 616 соло пишет. Улыбаться можно на легионе. Пора бы уже. Когда трон ломаем, говорит, будем улыбаться. Хорошо. А где тё, малый? Так не я начал, если чё. Держи в курсе. Улыбаемся. Хорошо. Овнедж, я Т2 сломаю, сейчас еще пойду. Только первую точку забрали. Нам, видишь, какая у нас такая катка была, что у нас 20 минут АФК гейминга по челленджу было. Кстати, можно, да, гоним Свену зарядить на четверку. Хорошо. Гоу. Да, Висп отыграл, молодец тут. И думаю, что за фигня, там телефон на кухне у матери что-то парикает. Че, куру? Риюс на базу. Гоу, Свену огоним, мне шарт надо. Свен только в толпе ультуй, да? Есть. Вот это будет первый видос, где Свен заряжает ультимейтом. Уф. Уф. Гонис. Вот ГДС. Да, сейчас будет просто пушка. 300 урона, добрый вечер у всех будет. Виспу огоним не нужен. Он ничего не делает. Го топ деф. Я топ деф. И го. Как раз шард. Возьму. Как раз шарп возьмем. Хорошо. У меня скорость атаки такая маленькая на самом деле. Огоним с Венусу. Сейчас как задушим. О, у меня животное бежит уже. Видели? Я отскочу сюда. Блин, ребята драку начинают, да? Господи, как я далеко. Меня ждите. Что за дела, пацани? А, все, ГДС нажал, да? ГДС уже нажал. С Венус. Куда собрался, дорогуша? Вон, у Виспа 80 урона плюсиком. 135 у Хускара плюсом. Нормально. 100% дамаг даст. Ну, у меня 200 урона будет, соточку даст. 200 урона плюсом будет.
Сейчас будет опять ГДС. Он сплэш не качал, чисто, знаете. Четверка Свен. Нормально. Хорошо. О, не-не-не, вот этого, в первую очередь. Эй, ты кто? Я этот не нажал на него, да? Абисс, зачем, типа? Все задушил. Юзай, ГДС. Поехала. Юзай, юзай, юзай. О, 300 урона сюда. Поехала стратегия через Свена. У саппорта даже плюс 100. Инстрата пуша какая. Что ты делаешь, чел? Ох уж этот чел. Прыгает меня в суицид. Ему пофиг вообще, кто там, сколько там. И он прыгает тупо в меня. У него других героев нету на примете. Жесть. Как говорится, давайте посмеемся там. Легиончик там улыбался. Трипл килл. Дайте пацану на вставочку. Давайте подсобим, парни. Пусть сделает. Радик выключим даже. Хорошо. Вот так вот. Бубацкнулся, брат. Вот душить рампагу. Идешь рампейдж делать на сларке? Грубаю. Да вон же ж настоящий. Ой ты, косолапый медведь. Я ему раздамажил. О-о-о-о. Хорошо, что он танчит на сларк. Но я сдох все равно, скорее всего. А, нет, еще живой. Хе-хе-хе, пойдет. Хорошо. У нас не сломается. А, ну вот это. Как говорится, челлендж удался. Спасибо, Скорпион. Ну, если честно, непрофитно максимально делать такую тему. Но разочек на контент, так сказать, ну, можно. Молния, да можно молнию сейчас сделать. Чтоб меня на дуэль он брал, я его убивал просто. Но я думал, лучше Скади в жир сделать. Дамаги есть у меня. Есть скорость атаки приемлемая. Приемлемая скорость атаки есть. Скади можно сделать. И молодцы, пока 20 минут фармил. Так я в том-то и дело, что и не сильно-то и фармил. Можно и так сказать. Мне висп стакал, пацаны дрались, да. Отдать должное нужно. Один крип, говорит. Я что ли? Сколько тут? 2500, да? Сейчас Кади будет уже. Есть. Поста забирай. Привет, Николай. Хорошо. Есть, Кади. Гоу. Вниз. Под ГДСом зайдем, сломаем просто. Под ГДСом сломаем. Пацаны, потели. Не допотели. Чалька. Гоу-гоу-гоу, сюда. Жми. Сейчас, вчетвером встаньте. Скар. Скар прыгает. О, ГДС есть. 300 урона. Сюда. 300 урона с руки имеется. 170. А, как аура от Свена работает. А, подождите, она не должна как аура работать. В смысле, он как аура работает? Смотрите, он работает как аура. Или нет? А чё с дамагом? О, подошел, подошел. Лол, она как аура работает. Смотрите, как дрочится. Походу, что-то не то. Что-то как-то не так работает, надо посмотреть. Видели, она начинает дрочиться как-то. Она не должна работать как аура, она должна просто бафнуть и все. Странно. Ну, в общем, такой челлендж получился, я хз. Нафармили вроде. Нафармили. Что по крипам, кстати? 149 на 200. Ну, мало. Мало крипов, но игра в целом такая получилась, что пацаны думали, что выиграют эту катку. Но это такое. Ладно.